При нашей технологии валяния шерсть остается живой. Живет она 5-7 лет. Она дышит. Она как цветок вот утром распускается, а вечером закрывается, когда солнце заходит. Сейчас, на данный момент, у меня появилась большая цель в связи с тем, что это ремесло почти ушло в эпоху. У меня есть огромное желание сохранить всевозможными путями, способами это ремесло в России.